Всем привет! Сегодняшний обзор про прессованные холодным образом таблетки хлореллы от компании Earth Circle Foods. Они без ГМО, веганские, сыроедческие. До этого я пила хлореллу плюс спирулину от компании Sun Foods. Там около 220 таблеток, но за раз надо принимать по 7, по 8 штук. Естественно, мне их хватало ненадолго. Здесь 400 таблеток, и их нужно принимать. Сейчас я вам скажу. По 4, по 4 таблетки, это как раз будет 1 грамм. Вот, вообще про хлореллу, конечно же, все знают, это такие микроскопические живые водоросли, живые организмы, которые очень богаты микроэлементами, макроэлементами, содержат в себе огромное количество питательных веществ, витаминов, то есть это, по сути, живые мультивитамины, которые можно без боязни принимать. Здесь сбалансированный состав у них, и вообще самое-самое... такой простой способ насыщать организм витаминами. То есть, если вы не хотите пить обычные мультивитамины, то тогда вот хлорелла либо спирулина. Я пила, единственный момент, который заметила, мне прям сразу мой парикмахер сказал, типа, очень много маленьких волос появилось, вы пьете витамины какие-то. В то время я не обращала внимания, но да, как раз именно в этот момент я пила вот эти вот таблетки спирулины и хлореллы. Выглядят они вот таким образом, темно-зеленого цвета. Если добавить еще и спирулину, они будут почти черно-зеленого цвета. Вот. На каждой таблетке маркировка в виде знака W. Вот. Воняют. Воняют, как и спирулина. Вот. Принимать по 4 таблетки в день получается, это на 100 дней или на 3 месяца. Вообще очень классно и очень экономично. Вот. А от Sun Food, конечно, получше по составу, но хватает совсем на 2 недели, наверное. Очень мало. На этом все. Надеюсь, обзор оказался полезным. Обязательно подписывайтесь на канал, будет еще очень много интересных видео. Этот видеообзор подготовлен специально для сайта отзывы@herb.ru. Всем пока!